Очередная декларационная кампания стартовала в начале календарного года и продлится по 4 мая включительно. В течение этого времени ряду копейчан необходимо лично, по почте или через интернет-кабинет для физических лиц представить свои налоговые декларации. В указанный период, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, декларации о доходах обязаны представить физические лица, получившие доходы от реализации имущества, находившегося в собственности меньше 3 лет, доходы, с которых не был удержан налог налоговым агентом, доходы, полученные за пределами Российской Федерации, доходы от получения в дар имущества от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, и традиционно свои доходы декларируют индивидуальные предприниматели, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Бланки и программы для заполнения налоговых деклараций можно получить бесплатно. Кроме того, в период декларационной кампании сотрудники учреждения организуют бесплатные семинары, с графиком проведения которых можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы. Здесь же указано новое, более продолжительное время работы операционного зала в Копейске.